ИСЭСКО предложила присвоить Шуше статус культурной столицы исламского мира. Об этом заявил на брифинге в университете АДА генеральный директор организации Салим бин Мухаммед Аль-Малик. Глава международной организации заявил, что в ходе визита в Карабах делегация стала свидетелями вандализма армян. На связи со студией наш корреспондент Нигяр Рахманова. Все подробности у нее. Здравствуйте, это Лип. В 17:00 по бакинскому времени начался брифинг, на котором участвует министр культуры Азербайджана Анар Керимов и руководитель делегации ИСЭСКО, это исламская организация по вопросам науки, образования и культуры, Сальманом, доктором Сальманом Аль-Маликом. Обсуждался ряд вопросов, в основном визит делегации на освобожденные от оккупации азербайджанские территории. И здесь был затронут вопрос, что делегация побывала в Агдаме, в Физули, сама воочию убедилась в вандализме и в ужасах, которые были сотворены армянской стороной на азербайджанских территориях. Они увидели разрушенные историко-культурные памятники и мечети и воочию убедились во всем этом. Ожидается, что впредь будет послана в Азербайджан техническая группа, которая проведет отчет и оценит весь ущерб, который был нанесен азербайджанским территориям. Помимо этого, был затронут вопрос города Шуша. Есть возможность, что Шуша будет определена и объявлена и столицей исламского мира. Ранее она была объявлена культурным центром, культурным городом Азербайджана. Кроме того, обсуждается вопрос еще и открытия центра ИСЭСКО, регионального центра в Азербайджане. Сроки пока еще неизвестны, но решение уже принято. Ранее этот вопрос был поднят на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с руководителем делегации.